от создателей комедии «Мальчишник в Вегасе». Ю-ху! Мы короли этого мира! Это город наш! Это будет лучший мальчишник в истории! Молодой человек, передайте за проезд. Возьмите, пожалуйста. Совместно с USB Production. Эту ночь мы проведем в лучшей гостинице Адлера. Пять лучших друзей на Черном море. Так, парни, что нам нужно для классного мальчишника? Нам нужно найти самых классных девчонок. Горячая кукуруза, горячая кукуруза. Дайте пять. Это должен был быть самый незабываемый день в их жизни. Послушайте, а вашей маме зять не нужен? Игорь, слышь, а нашей маме второй зять не нужен? Не нужен. Но одна встреча изменила все. Доедем. А где у вас можно купить элитного бухла? Хеннесси Иксу? А это вообще вино? Ты обижаешь, я его ягоды топтал. Комедии. Ну что, за выходные, которые мы никогда не забудем. Мальчишник в Адлере. Что это за хреновина? У нас в ванной какой-то голый мужик лежит. Господи, это что здесь произошло? Заткнись! Давайте рассуждать логически. У нас есть баран, пентаграмма и голый мужик в ванной. Походу, нас вчера приняли в ЛДПР. Кто-нибудь помнит, что вчера было? Жених найдет свою любовь. Как зовут тебя, малышка? Кристина. Слышь ты, это моя сестра. После этого ты обязан на ней жениться. Прикольно. А это у вас семейная, да? Два человека, две брови. Я рад, что моя дорогая внучка наконец-то нашла себе достойного. Счастливы между собой! Хороша всем на диван, так горда и красива. Что же это такое? Нет ни сна, ни покоя. Вся родня выбирала, кто тебе будет пара. Я не люблю вашу внучку. И вообще мне пора домой. Уезжаешь? Может, на пасашок? С удовольствием. Мальчишник в Адлере. Скоро. Ну что, кто у нас тут плохой ученик? Я плохой ученик, Татьяна Николаевна. Вот, возьмите мой дневник. Там у меня двойка. А что, Лёшкин, что ли? Да. Всю следующую неделю делаешь с ним домашку. Пошёл от неё! Руки поднял быстро! Мужики, это не то, что вы подумали! Мы муж и жена! Может, сегодня при свете, а? Нет, я спать. Да, сама выключай свет. «Саша, Таня». Новый сезон. С 16 мая в 8 вечера на ТНТ.
Ha, ha, ha.